Но вот нет фонда, который бы занимался пропагандой среди здоровых женщин о том, что надо обязательно думать о своем здоровье. Мы занялись этим. 2,5 года мы занимаемся, привлекли самых медийных звезд женщин. Сейчас у нас проект с самыми медийными человеками, звездами, человеками. Дальше мы разработали с рекламными агентствами различные очень большие программы. Я даже не хочу их пока анонсировать. Але мы их точно побачим. Да, побачим, потому что их не просто, их выбрали сегодня даже на некоторые международные конкурсы, эти программы. И основная наша задача, вот в прошлом году мы разместили 30 тысяч плакатов. Если вот зайти сегодня в любую поликлинику, мне там жена с детьми ходит, и в детскую, и в каждой поликлинике сегодня висит наша звезда, или Ольга Сумская, или Джамала, и сразу же висит мужчина, и плакаты по всем областям мы работаем, и это, мне кажется, что вот это самое лучшее, что сегодня можно сделать, это действительно, чтобы женщины первые обратили на себя внимание и хоть раз в году пошли к маммологу. Нам помогают и в областях. Слава Богу, с нами вместе гражданские Центр гражданского здоровья, который помогает нам тоже это распространять. Звезды, у себя даже так, звезды бескорыстно, несмотря на очень плотный график, вот все наши звезды сознательные, с напевно, не відмовляються. Никто не отказывается, и мы делаем такие программы, и будет все больше и больше и больше, но самое главное, чтобы нас, скажем так, услышали и обращали внимание, потому что рак убивает поодиночке, а побороть его можно только сообща.